Вы когда-нибудь пробовали пирог с белой спаржей и красной рыбой? Если нет, то обязательно попробуйте, потому что это очень вкусно. Начнем с теста. В миске смешайте муку с разрыхлителем и солью. Затем добавьте нарезанное сливочное масло и перетрите в крошку. После этого добавьте 2 столовые ложки молока, 1 яйцо. Замесите тесто и раскатайте в тонкий слой на бумаге для выпечки. Переложите предварительно смазанную форму диаметром 26 см. Сделайте проколы вилкой и выпекайте в разогретой духовке 10 минут при температуре 180 градусов. Теперь перейдем к начинке. Очистите стебли спаржи, удалите кончики и нарежьте их на кусочки. Нарежьте филе свежей красной рыбы на небольшие кусочки. И измельчите пучок зеленого лука. В отдельной миске соедините яйца со сливками, солью, черным перцем и крахмалом. Хорошо перемешайте. Затем добавьте натертый сыр и зеленый лук. На подготовленное тесто выложите спаржу, затем рыбу. Равномерно распределите заливку. Поставьте в духовку и выпекайте около 35 минут при температуре 180 градусов. После выпечки дайте пирогу немного остыть и подавайте в теплом виде. Обязательно приготовьте, я уверена, вам понравится этот неповторимый вкус. Приятного аппетита!